Только в «Союз обувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Если у вас еще не копали, тогда они идут к вам в следующем году. Отключение горячей воды и раскопок в городе станет меньше. В Кировской теплоснабжающей компании поделились планами по реконструкции теплосети в 2021. Переложить собирается около 40 километров труб. Столько же, отметим, заменили и в этом году. А это значит, что кировчанам, которые попадут в зоны коммунальных раскопок, снова придется ждать включения тепленькой несколько недель, если не месяцев. Каким районам повезет, пока неизвестно, но планов у энергетиков на весну, лето и осень 2021-го громадье. С учетом того, что они вряд ли собираются придумывать более быстрые методы ремонта, горожане по-прежнему будут находиться в режиме ожидания. Этот горячий сезон, кстати, не все потребители вспоминают с теплом в сердце. Ремонт были откровенно затянуты, разрыты траншеи со старыми трубами, ждали месяцев специалистов. Да и с выбором подрядчиков КТК в этом году явно промахнулись. Скандальная компания экосистем из Чебоксар, напомним, перекопала полгорода без всяких разрешений, да еще и задержала сдачу объектов.